Да, добрый день, слушаю вас. Мэр Магадана Юрий Гришан провел прямую линию с жителями областного центра. Одно из обращений коснулось дома на Портовой, где идет ремонт облицовки здания. Жители дома столкнулись с проблемой неочищенного входа из арки, которая ведет к магазину и автобусной остановке. По словам жителей дома, устранить проблему не взялась ни одна из служб, в которую они обращались. Мэр города, выслушав жильцов, дал указание в ближайшее время решить эту проблему. Обратиться на прямую линию можно каждый понедельник, среду и пятницу с 2 до 5 часов.